Ну а в Хасавюрте прошло юношеское первенство Дагестана по вольной борьбе памяти общественного и политического деятеля Гамида Гамидова. Кто стал лучшим, знает Арслан Дацыев. Дайетбек Амирханов за 13 секунд одержал чистую победу в финале первенства Дагестана среди юниоров 1999-2000 годов рождения. Он также является победителем первенства России среди юношей 2015 года весовой категории 38 килограмм. Четырехкратный победитель республиканского турнира. Есть успех и на Северокавказском федеральном округе. Я занимаюсь вольной борьбой уже 4 года. Тренируюсь у Шемеева Шеме. Провел 5 схваток. Было очень трудно, но все же там особенно интересная получилась финальная схватка. Символично, что эти соревнования проходят на коврах Дворца спорта имени Гамида Гамидова. И каждый раз здесь за победу борются лучшие атлеты республики, представители всех школ борьбы Дагестана. На открытии первенства присутствовала представительная делегация во главе с председателем правительства Дагестана Абдусамадом Гамидовым. Мы только что разговаривали с Айгитпашей Дарбишевичем, он многие годы был здесь главой администрации города Хасавюрта. Я говорю, вот в чем секрет, причина того, что столько детей, столько школ, и что-то здесь так престижно. Но они поставили, на мой взгляд, с самого начала правильную работу, и детей, как сказать, привлекли в спортзалы, привлекли. И сегодня в Хасавюрте это очень престижно среди молодого поколения быть борцом, быть боксером, быть спортсменом. Совсем недавно возглавивший столицу спорта Мекку вольной борьбы город Хасавюрт Зайнудин Акмазов поприветствовал участников и гостей соревнований, отметив, что не случайно одно из лучших спортивных сооружений на Северном Кавказе носит имя Гамида Гамидова. Поэтому именно его имени названо вот это прекрасное спортивное сооружение, самое видное, самое красивое спортивное сооружение на Северном Кавказе. Также его имени названо одна из центральных улиц города. Здесь присутствуют друзья, знакомые Гамида Гамидова, видные борцы, видные спортсмены, общественные и политические деятели. Именно с этого турнира перед участниками, отмечают организаторы, открываются возможности показать себя на первенствах всероссийского и международного уровня. По итогам трех соревновательных дней кубок за третье место у спортсменов города Каспийск, серебро у махачкалинцев, первое общекомандное место у Хасавюрта, 7 золотых медалей. Арслан Дацыев, Магомед Тимирсултанов, специально для «Время новостей», Дагестан.